покрышка. Значит, эту покрышку человек заклеил куском картона и таким клеем, что он резину разъедает. Не знаю, как он катался, но вот это выглядит вот так. Да, вот это вот новая покрышка с нового велосипеда из коробки. То есть пошла трещина прям по шву, поэтому я ее попробовал заклеить, прогрел, там все заклеил, она дальше лопнула и дальше идет. Это вот абсолютно новая покрышка с абсолютно нового велосипеда. Взял другую покрышку, стал накачивать, вот ее просто разорвало. Это все покрышки, я не помню, как они называются. Ну, короче, не декатлоновские, не стелсовские, а какие-то такие обычные из дешевых магазинов. Вот так их рвет. Просто взрываются. А декатлоновская держит 100 кг, вот я накачал. 100 кг держит меня без проблем. И все остальные тоже стоят. Сколько тут? Дофигища великов. Все нормально. Thank you.